Всем привет. Доча, привет. Какая ты сегодня красивая. Куда едем? В садик. Садик. А ты почему не поехала? А я поеду. Ну почему ты не поехала утром сегодня? Заболела? Я сегодня не болею. Уже не болеет, но надо справку. Но немножко что-то охрипло. Ну ладно, поедем. Соберем ребят наших. Сегодня солнечно, но тут целых 2 дня дождик был у нас. Правда? Прохладновато. Может, кофточку возьмем? Да не надо. Не надо? Очень не надо. Ну, пойдем. Пока мы ехали, Алиса уснула, да? Остановились и проснулась. А ты что, жвачкой спишь? Нельзя жвачкой спать. Мама, пойдем, я хочу с папой. Нет, сейчас папа быстренько заберет. Они вон там на улице. Мы уже подъехали к детскому саду. Вот здесь детский сад. Вот нижний этаж. Детки сюда ходят. И вот они сейчас на прогулке. Вот младшая группа, куда Алиса ходит, там старшая немножко за домом не видно. Вот. Короче, еще немножечко и все. И прощай, детский сад этот. Уже переведемся в большую речку, где мы живем, чтобы не кататься. Нам, конечно, неудобно, но у нас не было детского сада, он строился. Вот сейчас новый построили. Поэтому они ходили временно сюда. Домой, конечно, поедем. Вон девочки твои, смотри, подружки. Привет! Так, сейчас, подождите. Ванечка. Ой, жарились, наверное, сегодня. Жарко. Спал, ел, гулял. Любимое занятие, да? Ты больше поесть, ничего не поспать делал. Поесть, поспать и погулять. Доча, ты что, спишь? Алиса. Дома не уложишь тебя, вот теперь ее спать клонит. Пойдем. Он притворяется. Забирай принцессу свою. Притворюша. Каждый день надевает такие платья специально, чтобы быть принцессой. Принцесса. На горошине. Затопали. Ну иди спи. Пошли домой спать, ты же не будешь в машине. Здесь нельзя спать, жарко. Ой, правда, смотри-ка, как тепло стало. Вань, представляешь, мы сегодня под нашей лестницей нашли кошку дохлую. Вот прям под лестницей. Ну, унесли уже на мусорку. Не знаю, чья это кошка. Сдохла, заболела или не знаю, что с ней случилось. А мы думаем, что за запах? Думали, рыбу, что ли, кот затащил. М? Ну, такая серая. Серая. Не знаю, может быть, соседская, скорее всего. Вот. Такие дела сегодня. М? Нет, не наш Барсик. Барсик дома. Все нормально у Барсика. Так, заехали быстренько, забрали посылочку с Фаберлик. Сейчас вам быстренько покажу, что пришло мне. Вот такая накидка. Это, ну, я считаю, что можно не только краситься, вообще взяли для покраски, но и стричься. Знаете, она тут застегивается на таком просто, ну, липучке, видите? И можно либо постригать, либо красить. Ну, постригать, конечно, коротковатая она, но у малышей, в принципе, можно. Но я взяла для покраски волос, если честно. Вот, я взяла такую чашечку и кисточку. Хочу, чтобы либо Надюша меня покрасила, либо я сама покрашусь. Посмотрим. Вот такой цвет, я в него уже красилась. Что-то мне он очень сильно понравился. Я сейчас немножко так от солнца подсветлела. Это вот шоколад, по-моему. Горький шоколад, да. Шелковое окрашивание. Мне понравилось. Одной коробочки мне хватит. Так, дальше шампуни взяла. Вот такие. Один раз брали, но не такой цвет коричневый, по-моему. Тоже очень понравился. Но они такие по цене дороже, чем, наверное, остальные. Два взяла, вот так как у нас девчуля еще. Надюша вообще любит каждый день голову намывать, хотя я и говорю, что часто очень вредно. Так, дальше у нас гель для душа взяли этот раз. Вот такой крем-гель для душа, да? Тут у нас 3 баночки, смотрите, они просто разные. Пахнут очень вкусно, обалденно так прям. Дальше мальчишкам нашей мужской половине.
такую большую взяла. Шампунь, гель для душа. Вот, так. Дальше масочки. Маска-восполнитель кератина. Тоже она такая... Хорошая цена у нее. Ну, мне почему-то кажется, если подороже, то может и получше немного будет. Посмотрим. Вот, еще вот такую взяла. Нам, в принципе, с девчонками должно хватить. Так, что тут еще у меня? Взяла вот такой крем для ног, чтобы немножечко пяточки свои смазать, потому что у меня очень сильно пересыхает кожа на пятках. Прям очень-очень сильно. Летом я страдаю. То есть практически ходить нужно постоянно в носках, чтобы не лопнули пятки у тебя. Такая помада. Она вот прям в цвет губ, можно сказать, идет. Так, и тушь. Здесь вот такая тушь. Сейчас покажу вам щеточку. Еще не пробовала ей. Ничего не скажу. Но вот щеточка у нее вот такая вот. Можете посмотреть. Вот. Так что ссылочку в описании вам оставлю. Кому интересно, тоже заходите, знакомьтесь, заказывайте. Так, сегодня, друзья, хотим немножко тут переделать в нашей комнате, где у нас Семочка спит, где мы спим. Здесь, ну, здесь у нас тоже комната немножко отдельно от Семы. Вот, в общем, мы хотим сейчас зашить Саше гипсокартоном вот эту стену и сделать сюда небольшую такую гардеробную. Часть просто заберем с гардеробной, которая у нас уже есть, и перенесем сюда, чтобы у нас отдельно она была, так как бегать очень далеко. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы у взрослых, у родителей, я имею в виду, своя какая-то зона была отделенная. Ну и стирку я буду убирать, когда сама буду сюда разносить уже все. Вот у нас уже вечереет, время 8 час. Саша приехал с работы, покушал, сейчас отдохнул. Ну вот я выпросила. Если, конечно, сейчас все у нас нормально пойдет. Он пошел за гипсокартоном в старый дом. Надо сначала зашить стену, потому что у нас тут сыпется эковато. Видите, доски рассохлись. Когда дом строили, все плотненько было, а потом все стало рассыхаться. Но там все равно очень плотно эковато, конечно. Но иногда она так нет-нет, да вылетает на пол, когда дверью хлопаешь. Ну вот, короче, такие дела. Тут сейчас немножко прибрала угол. Здесь беговая дорожка у меня стояла. Ну, сейчас я ее укатила и пропылесосила, в общем. Так, вот сейчас Саша придет, выкатит ее туда в сени. Он, кстати, несет гипсокартон. Надо помочь ему открыть все. Тут обувь накидали, ребятишки. Давай. Ой, сейчас. Остался только упаковочный лист. Да? Страшный совсем? Да. Пониже, пониже. Давай. Нам там чуть-чуть нужно будет половинку. Там, по-моему, у тебя резанный есть. Целый. Этот лист упаковочный, вот этот. А, вот этот остался? Да. Мне показалось, там два. Там тоже упаковочный верхний. Угу. Дверь. Там что? Подожди-ка. Мешаю. Ну так-то он чистый. Хорошо, хоть подрезать не надо сверху. Идите, еще кусок. Одну радует. Там есть такой кусок у тебя, вот нет, такой отрезанный. Мальчишки же уносили, помнишь? Ну, может, два маленьких есть. Надо же как-то зашить угол этот. Пока помогала Саше, Сёма уже куда-то убежал. Ох, искать в большом доме ребенка это что-то. Он уже уходит у меня спокойно на второй этаж. Ребятишки, Сёма там? Убежал, а? Вот убежал. Покушала. Сейчас блинчики пекли. Борщик сегодня готовили. Болеет? Вот он ты где. Таблетки принесла. Мы сегодня с Алисой раскладывали посудку, больничку, Семины там. Короче, еще хочу корзинки повесить, чтобы все нам разложить. Ну, времени маленько не хватило. Потом. Так, Сема, к девочкам не надо ходить, а то он там начнет все вытаскивать.
перегорела лампочка здесь, темновато сейчас. Потом купим, поставим. Мама, это я могу спить? Ага. У нас ребята все ушли гулять. У них тренировка была. К 10 часам все подойдут уже. Малыши сегодня в садик не пошли. Что-то так утром было всем тяжело. Еще Семочка разболелся. Я думала, понаблюдаю за ними. Но они нормально, не болеют, ничего. Сема температурит, правда. Я за Санькой смотрела, но нормально он. Не было ничего. Показалось. Мама, она потрясала своему малыша. Угу. И пока. Она сказала пока. Да? Алиса у нас взяла моду переодеваться тут в течение дня. Постоянно только платья бальные какие-нибудь там, которые на праздники всякие вот ходит, меняет. Мам, я буду мамой. Ну, все равно она уже, считай, можно сказать, что выросла с них. Пусть уже поносит. Немножко уже осталось, они уже почти малые. Некоторые там, это вот еще нормальные. И чтоб туфельки обязательно надо ей, чтоб были, да? Только беленькие хотелось бы, конечно, но у нас двое черных, и вот доносить надо. Мне такие не хочу, я хочу беленькие. Ну, доченька, какие есть, надо доносить. А мне купите, пожалуйста. Потом купим, ну. Как-нибудь. Надо эти доносить, у тебя двое, сколько еще? Может быть, на следующий год хватит. Сандалики, если беленькие, посмотреть. Так, в обуви не залазь на диван, доча. Вот так. Семочка, ну что, мне надо папе пойти помочь. Лиза, выйди, пожалуйста, посмотри тут за ними, а. Поиграем, и там сейчас гипсокартон прикрутим, а то как папа один будет. Сема поиграет. Слышь, доча? Светомузыку еще сюда перенесли. Теперь они тут танцуют у нас. Свое пространство. Включают музыку, как им нужно, что им нужно, и танцуют. Смотрите, какая. Это мой малыш. Пирамидка. Вторую пирамидку начали собирать. Что-то я не могу стержень найти. Там зайчик и лисичка у нас, да? Лисичка целиком. А у зайчика стержень куда-то делся. Не знаю, найду, нет. Нашли еще один кусочек. Как раз почти что по размеру. Но, наверное, резать придется. Большоватый он. Вот. Кошечка коробку забралась, да? Шишку посадила на лбу. На такой высоте было? Или выше? Ну, там для выше было, для ребенка же было сделано. Нет. А мои вещи, которые я под футболку, там выше было? Или на повыше, высоте? Мне кажется. Вот
Ух ты! Ну, в общем, друзья, все, вот так у нас все вышло. Не хватает нам еще, получается, здесь где-то половинки секции. Ее придется потом докупать. А платье мы, соответственно, сюда не влезли, потому что по высоте не подходит только вот футболки моей и Сашиной. Ну, а потом, если мы найдем такой вариант, когда можно будет, ну, я так думаю, что можно будет. Вот такую реечку нам просто вот нужно вот сюда поставить и еще трубу. И тогда можно будет мои платья, в принципе, все сюда перенести. С прачки. Вот эту высокую полку поставили. Туда можно будет убрать что-то такое, что вообще практически не пользуемся. Но пока я еще ничего не перебрала. Время уже 10 час. Поздно будем уже укладываться спать. Поэтому завтра буду все смотреть. Немножко перенесла. Саша свои перенесла. Ну вот, поэтому все, спать пойдем. Да? Нет. Баиньки уже все устали. Да, мама, Маши, нет, всем спокойной ночи. Нет. Нет, не будешь? Они тут все, мы устроили игру, пока мы с вами тут делали. Смотрите, что они делают. Они скидывают тут игрушки с лестницы. Понакидали вон уже везде тут. Кушали, ходили конфеты. Сёма весь грязный. Но зато счастливый играет. Молодец. Сёма, ты куда пошел? А, ты куда пошел? Ладно, друзья, все, мы будем заканчивать это видео уже. Буду их сейчас укладывать. Завтра в детский сад. Алис, Маши, всем все-таки пока. Пока-пока всем. Спокойной ночи. Пока-пока, друзья, всем.